Все, ребята, всем привет, вы на канале GameDo, продолжаем играть на серваке BSVG. Сегодня уже шестой день. Вроде бы только что был рестарт, потому что я зашел, NPC даже не было. Вот только-только они появились. Эх ты корыстный какой, а? Подписчик называется. Надо подписываться не на игру, а на человека, которого ты смотришь. А тебе только панду, да панду подавай. Так, куда не бежать мне, я буду за спиной стоять. Не хочу я умирать постоянно на осадах. У меня канал не посвящен одной какой-то игре. Одни пишут, я тебе подписался за Диабло, почему Диабло не снимаешь? Другой пишет, я подписался с ребятами за той игры. Я шо, я всем же не угожу. Именно в тот период, когда я снимал панду, люди, которые подписывались, большинство подписывались из-за панды. Именно в тот период, когда я снимал панду. Это да. В сентябре, не, какой в сентябре, в ноябре будет BlizzCon. На BlizzCon обещали там какую-то обалденную новость. То, что касается Диабло. Вообще, что именно, это ли будет какая-то отдельная игра по серии Диабло. Или это будет какое-то большое дополнение к Диаблу. Или это будет не знаю что. Сплошные догадки во всех. Вот я жду BlizzCon. Что же нам интересного по Диаблу? Они предложат. Ну и в панде жди. Так сами админы с панды уже ничего не делают. Они там всякую херню добавляют, чтобы просто бабло выкачать и все. Уже последних там почти полтора-два года панда тупо скатывается. Там тупо полную, извиняюсь за слово, хуйню добавляют. Полную хуйню добавляют. С одной целью, чтобы уже как бы последние копейки выкачать с этой игры. Они ее вообще не развивают никак. Добавили одну хуйню, потом вторую хуйню добавили, и все. Игра нифига не развивается. Если бы они там что-то бы интересное придумали, естественно, я пошел бы поиграл бы и посмотрел бы, что это. Но там же полную фигню добавляют каждый раз. Все обновления тупо ни о чем. Райнер, вообще, покупай себе компьютер. Потому что мобильные игры все 100% заточены под донат. Под большой донат. В компьютерных играх тут немножко полегче с донатом. Тоже как бы основная масса под донат заточенная игр. Но здесь более лояльные игры. Потому что конкуренции больше. А на мобилке конкуренции там мало. И там разработчики тупо так наглеют. Так что не знаю, там собирай бабло, покупай компьютер и... Переходи на компьютерные игры. Ну пока что мой класс мне вообще не нравится. Вот вообще не нравится. Такое говнище. Так, тупо кусок говна. Полный кал. Возможно, после 60-го левела ему дадут нормальные скиллы. И потом уже с этими скиллами он кого-то убивать начнет. Пока что это жуткое дерьмо. Тупо блевать охота от этого класса, кем я играю. Надежда умирает последняя, да? Юля, гренки готовы? О, так давай, я буду жрать сидеть. Ого, тут целые полхлебины целые. Ну да, ну хай останет меня. В нашем селе села батарейка. Ну, вот это обалденная тема. Домашние гренки с чесноком. Блин, люди еще 228 пишут. Я думал, уже они либо вымерли все, либо уже выросли. Остались. Которые верны. 228. Уже пора писать 282, кажется. А не 228. 282. Нужно уже писать. Я в детстве пересмотрел сериал от «Улицы разбитых фонарей» про ментол. Я полицейским хотел быть. Ну, настоящий милиционер должен обладать добротой. А, желание быстро пропало, когда я в универ пошел. Не, желание быстро пропало, когда у меня появился компьютер. Все, я вспомнил. В 99-м году появился компьютер, и все, желание стать полицейским у меня пропало сразу. Ну, все самые хорошие качества, что есть. Сука, дебил, бля.
А, не убивай меня! Ай! Больно! 69-й левел уже! 374 кило! Вот это задротище! Fuck you! Оно вот, ты вот посмотришь, там кучу-кучу талантов. И ты вроде бы, блин, сколько ж возможностей, чтобы героя прокачать. Ну а на деле, там у тебя только один вариант прокачки. По билду качаешь, и все качают одинаково. На какой-то скилл, то во всех билды одинаковые. Там билд на другой скилл, тоже все билды одинаковые. Как бы, вроде бы большой выбор, куда качаться, а по сути выбор небольшой. Если ты прокачаешься не так, как остальные, не так, как по гайду, то у тебя герой будет говно. И получается, это большая таблица скиллов, как бы, до одного места. Все равно качаются все по стандарту, там, по определенной траектории. Иллюзия выбора есть, а выбора то нету. Есть билд, ты по билду качаешь все по очереди. Шаг в сторону, все, герой можно выкидывать. А как же земля плоская, ты че, чувак, земля ж плоская. А все фотографии, которые снимались, типа, земли круглой, это все снималось через капельку воды. Так ты в космос полетишь, и ты разочаруешься, узнаешь, что земля плоская. Ты перед отлетом подпишешь бумажку, если проговоришься, то смерть, и все. Блин, залупа ко мне бежит. Ух, и стан долго висит. Да, я буду целую вечность его убивать. А чё у него хп не отнимается? Один он вообще пропал. Какая-то фигня. Мне здесь только два квестовых моба, наверное, убить осталось. Я сюда уже прибегаю раз десятый, наверное. Убить не могу. Пиздуны. Сколько? Мне два моба осталось. И меня тут гоняют, как собаку. На тебя просто бежит собака, понимаешь? Собака тупо. У нее 6 лап, еще 2, блин, сбоку. И ты, гнида, тупо на костылях. Как ты убежишь? Говноед вонючий. Уебаный, сука, уебите нахуй от меня, блядь. Пизда, блядь. Уже 10-й раз сюда прибегаю, какая-то сука вечно убивает меня, блядь. Кончены, блядь, негры ебаные. Ублюдки, сука. Fuck you! Бежал, блядь, полчаса. Полчаса бежал. Где, блядь, справедливость? Дали класс взял хуевенный, блядь, который никого не убивает. Еще и, блядь, убиваю все, блядь. Убежать я никого не могу, скорости нету. А, бомбит. Бесит. Это пиздец как бесит. О, у меня здесь квест на зомби есть. Отлично, все, я здесь качаюсь. Там гном бегает. 2 гнома бегает. Да че здесь только народа бегает? Пипец просто. Думал, сяду спокойно, покачаюсь. То гномы, то хуманы бегут откуда-то. Радар показывает кучу хуманов. Но их пока не вижу. Расскажи мне, как... Как игра называется? Блин, камелька сраная бежит на меня. Ой, мой килл еще даже. Фух, не убила меня. Игра называется Battle of the Glory, вторая часть. Блин, там 2 камельки бегают. Ёб ты ж, блядь. Банку проебал, 44 минуты еще. Или я не умер? Я живой остался. Fuck you! Мне умирать нельзя, у меня банка на опыт висит. А сколько я прогуливал, это вообще пипец. Там же в конце семестра. Прогулы. Пиши эти, на список тебе там прогуленных дней. Хай твои родаки, бумажки, ну, почему тебя не было в школе? Объясните мне, понаписывают. Я беру перед училкой тетрадку, один листок, пишу. Такая-то дата. По семейным обставинам не было в школе. Расписываюсь, отдаю. Следующая дата. По семейным обставинам расписываюсь, отдаю. Вот такую пачку бумажек сам написал от руки. Училке вот так это отдал. Все, пойдет. Свободен.
О, еще могу один прикол рассказать сегодня. Случился. Получается, у меня во дворе орех растет. И сейчас он начал это опадать, и как бы там орехи и во двор падают, и там под двором валяются, под забором. Постоянно там все собирают, ходят. Ну вот такое дело. А во дворе у меня стояли ведра, корзины стояли. И как бы те, что падают во дворе, мы как бы это там с утра, там вечером, днем, там иногда там пособирали и в эти ведра положили. Сегодня с работы приходим, смотрим во дворе. Ведра украли все. У ведер были орехи, тоже все украли. Я поражаюсь. Это ж кому-то было не в подляк. Через забор перелезти. Там было 4 ведра, кажется, полных орехов. Ведра 3 пустых было. Корзина была пустая. Вот это все нужно было перелезти. Я ж думаю, это 100% кто-то не один, потому что ему бы это все в руки не влезло. Как было минимум 2 человека было. Через забор перелезли, забрали и убежали. Орехи, блин, просто орехи. Я в шоке. Вот эта бесполезная собака. Вот орех. Вот здесь в беседке стояли вот так вот. Здесь были ведра. Здесь были ведра. И были там, ну, такие вот орехи. Все спиздили. И ты во дворе бегала. Тут даже не орехи жалко, ведра жалко. В хозяйстве их и так мало, а тут их украли. И у нас же собака есть. Но она настолько добрая и ручная, что, думаю, она просто смотрела и наблюдала, как это все делают. Мамка там злая вообще ходит. Ведра украли. Чё, это чё, кто это кинул? Просто так. 5 рублей на киви завалялось. Спасибо. Приятно. У меня, кстати, раньше, буквально неделю назад, вот эти оповещения доната тупо не работало. Я ОБС-ку переустанавливал, виджеты переустанавливал. Вроде бы заработало. Ну вот спасибо твоим 5 рублям. Я проверил то, что оповещение опять работает. Блин, уже перевес. Я покачался буквально минут 15. Уже перевес. Что за админы такие жлобы? Инвентарь маленький, склад маленький. Тупо жлобьё админы. Жлобы. Специально вставляют палки в колеса, чтобы людям было сложно играть, чтобы донатили. Намеренно усложняют игру. Я покачался 20 минут. За 20 минут забивается сумка красная. Это жесть. На плюс 4. Сломается, отвечаю. Я уже 3 раза точил шмотку на плюс 4, 3 раза сломалась. Точнулась. Ну вот. С четвертой попытки, еще раз повторю. С четвертой попытки точнулась на плюс 4. Fuck you! Шо, сюда? Мама мия, тут катакомбы есть какие-то? Я не знал, что здесь есть подземелье. Ага, я понял, это была плохая идея. Fuck you! Моника. Поиграем в слоника. А чё Моника стоит? Давайте Монику убьем. Я не успел убить Монику. Монику убивает. Пипок. А, блин, уже сумка красная. Ну что за дичь какая-то? Вообще нереально качаться. Сумка забивается мгновенно. Издевательство. Тупо издевательство. А я забыл телепорты купить. О, да. Х.
халявным, долгим телепортом. И там уже пишут, что можно идти на осады. Я книжку прочитал! Книжку прочитал, смотрите на меня! О, какие усики у него! Ёбучки! Розовые глаза, вот эти усики. Я не могу, блин. Такое невозмущенное лицо. Месье, ПВП не желаете? Не, не желаю. Еще прическа такая, тупо. Как будто кусок говна на голове лежит. Ой. Это же... Добавили в игру эти бороды, усы всякие. Оно ж смотрится вообще неуместно. Как будто женское лицо. Вот тупо женское лицо, глаза женские. И борода. Я как-то раньше никогда не обращал внимания, что в линейке такие тупые лица во всех. Не, ну женские еще более-менее нарисовали нормально. Вот это смех вызывает вообще. Ну это ж пиздец. Точно! Усики пропуск в трусики. Тупая шутка, но смешная. Так, ладно, ребята. Всем спасибо за внимание. Спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь. Там лайки ставьте. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока. Пойду я лечиться. О, виджет завис. Донат заработал, а виджет завис. Ой, где-то прогресс. Четыре процента. Ладно, отключаюсь.